Родители алматинских школьников напуганы слухами о маньяке. Информация о том, что в одном из городских учебных заведений пропал ребенок, появилась накануне в социальных сетях. По данным интернет-пользователей, руководство школ предупредило детей о потенциальной опасности и даже ввели специальные правила. Теперь учеников без родителей домой не отпускают. В департаменте внутренних дел провели расследование, но, по словам полицейских, информация не подтвердилась. В самой школе ученицы, которая якобы подверглась нападению маньяка, рассказали, что несколько дней назад на одну из школьниц 9 класса действительно было совершено разбойное нападение. Девочку, которая шла домой после занятий, ударили по голове и отобрали сотовый телефон. О каком маньяке речь не идет. Сейчас пострадавший ребенок ходит в школу. По словам учителей, она делалась легким испугом. Усиленных мер в связи с инцидентом в учреждениях образования не вводилось. 5 и 11 класс идут самостоятельно домой. Никакого ажиотажа нет. Просто этот приказ обновили и сказали, чтобы усилили контроль над начальной школы за 5 и 11 классами. По предупреждению травматизма, различных бедствий, в том числе вот грабежи, кражи и так далее.